Ай-на-не-на-не. Итак, продолжаем. 8-я серия. Короче, я нихера не могу попадать. Косой. 70% патронов улетают мимо. Поэтому хожу без патрон. Нихера ничего нету. Этот арбалетный болт выпускает облако дыма, сконцентрированное вокруг места попадания. Иногда скрытность — лучшее оружие. Сбежать или совершить скрытное убийство проще, когда враг вас не видит. Улучшая дымовые болты, на верстаке вы получаете возможность скрытно убивать врагов, попавших в зону действия дыма. Дымовые болты создаются из дымного пороха и пороха. Дымный порох у меня, кстати, есть. А вот остальной порох-то жалко. Пульки нужны мне, пульки. Так, я вот тут так и не смог найти... Что за фигня там? Мне вот сюда надо дойти, снайперская винтовка, ведь потом что-то полезу. Блин, а где посмотреть, сколько у меня очков? Не помню, я что там улучшил, не улучшил. Потом, значит, хожу. Так, все пусто. Погнали отсюда. Лежат, точно встать хотят. Большая и злая. Прям там, где мне надо, короче. Да что такое? Сейчас перед ней поди появится как раз. Ха!
Что это было? Это где детали снайперской винтовки? Я умер, что ли? Кажется, тут понадобится пароль. Да, кстати, еще компьютер этот я забыл. И ты, короче, сдох, да? А, это кошкарь, не понял, ребенок кого-то кричит. Так, все, пока здесь. Так, что-то зеленый реактивный. Вы не можете надолго расстаться со мной, да? Да, да. Ключей ноль. За 2500 я ничего не возьму. Пошли отсюда. Так я не понял, там где запчасти от винтовки, или тебе там что-то подобрал?
интересно, там что теперь пойти, то что полезть. Потом к этой дуре пойдем. Я тут, насколько помню, почти все исследовал. Тут только чуть-чуть как раз стало. Полезно, да, мне стрелять? Опять озяб. Чего? Если хочется завалить меня. Серия смертей. Третий раз, по-моему, уже чпокнули меня. Да здесь по кухер появляешься. Жабно. В всех случаях сохранюсь. Что делать с ней? Походу, то тоже ли ограничено? Я все равно прихожу бухнуть.
Еще хорошо, остальные не видят. Твоя рука. Я там шлялся, нет, но там точно не было. Не туда. Башка не болит больше. Интересно, можно заболеть? Могут заметить. Как заправить, тут уже третья моргает. Было две, что ли, может, я ошибаюсь.
Еще одна. Как сюда электричество повезти? Электричество заболеет, что-то посмотрите. Так, уже четвертый моргает. Значит, надо подождать, и может быть крик выпить. Жаба делает, которая отсасывает там изо рта у него. Нужно быть потише. Валить отсюда.
Я не понял, как там взять типа, улучшение для винтовки. Вот это вот деталь от винтовки. Вот это еще непонятно, что такое. Это была Лили? Лили! Ты здесь? Это я! Куда она пошла? Лили, все хорошо. Это я. Черт. Так, спокойно. Как попасть внутрь? А там сейчас тебя кто-нибудь встретит. Это ее кукла. Лили была здесь. Господи, она в беде. За нею гонятся. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно.
Ладно, Лили, куда же ты убежала? Прикинь, она тебя видит, от тебя бежит. А? Какого? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Так я не нашел, что ее сюда надо попасть. Один даже зря стрелял. Кажется, у кого-то проблемы. Эти твари убьют ее, если я не помогу. Блин, мне нечем в нее стрелять.
блин, махай саблей по башке. Все, никак не попадут. Так, ну хорош на это. До встречи в следующей серии. Жиши, пиши с буквой Ж.